славный юбилей, 30-летие, мы поздравляем наших дорогих ветеранов. За эти 30 лет большая дружба и славные традиции УРПМР. Это Бачуа Виктор Кондратьевич, Разгон Евгений Семенович, Шуда Людмила Дмитриевна и другие. Это наши лучшие педагоги. И вы знаете, за эти годы столько любви, гордость, здоровья вам, счастья. И от нашего коллектива небольшой подарок и музыкальный подарок от Гаврила Васильевича. Я должен вам напомнить, что Гаврил Васильевич не только прекрасный педагог, прекрасный музыкант, но и композитор прекрасный. Это как-то артисты, знаете, с большой буквы. Я их хочу поздравить и пожелать вам им здоровья много и много лет еще. Граф стоял уже под Москвой. Москву отстоял наш солдат, сражаясь не ради наград. Все дороги войны прохал, он геройски страну защищал. Штурмом взял он Берлин и Рейхстаг, и над ним подрузил красный флаг. Друзьям боевым, слава песням их фронтовым и нашей победе святой, солдатам Второй мировой. Слава, слава друзьям боевым, слава песням их фронтовым. И пусть по республике всей разносится слава друзей. Отпая родная семья, создал былые друзья. Юбилейный встречая свой год, клуб уверенно смотрит вперед. 30 лет он победил, полон бодрости польских сил. Не в нелегкое время живя, нам поют боевые друзья. Слава, слава друзьям боевым, слава песням и фронтовым, и нашей победе святой, солдатам Второй мировой. Слава, слава друзьям боевым, песням и фронтовым. И пусть по республике всей разносится слава друзей. Ваши песни повсюду звучат, и услышать каждый их рад. В них суровая правда войны, а защитников нашей страны со слезами поют глаза. Москвой остыли боя, как солдат отстоял Сталинград, и врагу не отдал Ленинград. Слава, слава друзьям боевым, слава песням и фронтовым, и нашей победе святой, солдатам Второй мировой. Слава песням и фронтовым, и пусть по республике всей разносится слава друзей. Я
Я хочу сказать, что когда Гаврил Васильевич был молодой, у нас в клубе называли его «Наш Гаврош». Сын полка.